У них на листочках написано фамилия. Фамилии написаны на листочках, да? У нас фамилии написаны на листочках, да, и говорят, чтобы за этих людей было. Да. А кто вам сказал? Наблюдатели, подождите, посмотрите. Кто вам сказал? Есть у меня знакомые. Люди пришли, у них написаны на листочках 5 фамилий, за кого им проголосовать. Я на видео сняла. Кто такие? Я сняла на видео фамилии. Не надо ничего записывать. Соблюдаем дистанцию, пожалуйста, уважаемые избиратели. Да. Так, по одному тоже сколько получается людей? Так, сколько получается людей? Он привел человека. Может, я снимаю? Вот этот человек пришел с листочком. А этот человек его привел. Подождите, фамилия вашего тоже избирателя там. Вы тоже подойдите, зафиксируйте, вы наблюдатель. Специально расступили, чтобы все могли иметь доступ. Да. Да, мы не выдаем претензии. Что? Я с ребенком, мне запретили в кабинку заходить. Сегодня голосовал. Мы подчинились, вопросов нет. Какие ведь ко мне?